Сегодня поздравляем с профессиональным праздником коллег, спортивных журналистов. Спорт был и остается объединяющей силой, сплачивающей страны и континенты. В команде спортивных журналистов национального много лет работает Тамерлан Хамхоев. Особенностями своей работы он поделился с корреспондентом новостей Идрисом Ижиевым. Спортивного журналиста Тамерлана Хамхоева зрители национального узнают не только по внешности, но и по голосу. Комментирование различных спортивных мероприятий, обзоры и, конечно же, всегда индивидуальный подход в освещении всех событий в мире спорта. Тамерлан всегда на спортивной передовой. По его словам, спорт стал неотъемлемой частью его жизни. Работа именно в этой сфере приносит ему массу позитивных эмоций и удовлетворения. Изначально, когда я пришел на телевидение, я работал в новостном отделе, это был для меня колоссальный опыт, но впоследствии я понял, что мне гораздо ближе спорт, спортивное направление, и оказался вот таким образом именно в этом отделе. Но, сказать честно, я немного скучаю по новостным сюжетам, но, тем не менее, то, что мне ближе, я думаю, я надеюсь, зрители оценивают, и у меня получается неплохо, я надеюсь. Дзюдо, футбол, бокс, смешанные единоборства. Каждой освещаемой теме у Тамерлана Хамхоева свой особый подход. Яркие спортивные мероприятия республиканского и межрегионального характера проходят в Ингушетии с завидной регулярностью. Этот ритм нарушила только пандемия. А до этого у спортивных журналистов национального телеканала редко выдавался тихий день. Самое важное именно в спортивном направлении – это найти правильный подход к спортсмену, который занимается определенным видом спорта. К футболистам, например, нужен свой подход, к бойцам ММА свой подход, к детям, к взрослым, каждому по-разному. Например, мне легче всего работать именно со спортсменами именно в футбольном направлении. А самое сложное, пожалуй, это уговорить, как ни странно, спортсмена разговаривать, потому что эти ребята специализируются только на том, чтобы заниматься спортом, и не особо привыкли именно наши ребята, ингушские, я имею в виду, разговаривать на камеру. Мобильность и активность – именно этими профессиональными качествами должен обладать спортжурналист. Корреспонденты этой редакции показывают все, что связано со спортивной тематикой, а самое главное – пропагандируют здоровый образ жизни. С каждым годом наши журналисты совершенствуются, стараются заинтересовать свою целевую аудиторию. Самое важное для меня – это осознавать, что мои передачи, мои сюжеты, если они нравятся нашим зрителям, то значит, я делаю свою работу правильно. Если они не нравятся, то мне надо расти дальше. Следовательно, это и есть для меня самое важное. Работа непростая, но вместе с тем очень интересна. По статистике, спортивные передачи для большинства зрителей являются наиболее интересными, что делает спортивную журналистику одним из перспективных и востребованных направлений СМИ. На сегодняшний день в спортивной редакции национальной телекомпании работает всего 3 человека, каждый из которых выпускает не менее 5 программ в неделю, но отлично справляется со своей задачей. Любой вид спорта – это прежде всего эмоции, радость побед и горечь поражений, разочарование, вместе с тем новая надежда на будущее. Словом, ребята из спортивной редакции не видят свой день без выездов и свежих новостей. Идрис Ижиев, Новости 24.